Главный архитектор Одессы Николай Кузьмич Базан подал прошение об отставке. Эту информацию, взорвавшую местный интернет, он подтвердил в интервью одному из информационных агентств. Я принял это решение не за один день, все обдумал. Уверен, что я принесу больше пользы обществу, работая практикующим архитектором. Понимаете, на этом посту у меня очень большая ответственность, но мало возможности реализовать задуманное. Есть моменты, которые от меня практически не зависят, сказал Базан. Я уже много лет отстаиваю идею избрания на должность главного архитектора города путем такого же выбора, как и градоначальника. Понимаю, в этой ситуации и чиновники, и депутаты получат независимого профессионала, что, естественно, будет мешать утверждению ненасытной жадности двух вышеперечисленных категорий обитателей Южной Пальмиры. Стоит вспомнить, что несколько месяцев назад градостроительный совет был вынужден принять план не застройки побережья, а преобразования территории в парк общего пользования, о чем мечтали одесситы. Понятно, что в принятии такого проекта не последнюю роль играла и позиция главного архитектора города. В чем опасность ухода Николая Базана с ключевой должности горосполкома? Прежде всего, в возможной задержке рассмотрения очередного варианта генерального плана развития Южной Пальмиры. Смена караула в отраслевом ведомстве – это процедура непростая, не говоря уже о том, что поиски и утверждения новой кандидатуры тоже займет какое-то время. Если на этот пост вернется кто-то из прежней Гурьевской обоймы, то где уверенность в том, что не отменят второе общегородское обсуждение генплана и возврат к застройке прибрежных склонов? Воспользуюсь еще одной цитатой Николая Базана, выложенной тем же информационным агентством. Цитата из его статьи, опубликованной 7 лет назад. «Модернизировать берегоукрепительные мероприятия, намыть пляжи, благоустроить прибрежные склоны по самым современным стандартам. Вот что необходимо делать. Строительство на склонах давайте оставим на потом, грядущим поколениям. У них наверняка культура будет выше, финансовые возможности получше, да и строительные технологии совершеннее. А сейчас главное не навредить». Теперь давайте вспомним последние сюжеты, что нашей телекомпании, что других коллег по цеху. То там, то здесь возникают загадочные заборы в самых лакомых кусочках Одессы. Даже в парке Шевченко. Реакция чиновников и депутатского большинства в городской думе нулевая. Подчеркнув скандале с Потемкинской лестницей, главную роль в отстаивании интересов Южной Пальмиры сыграла не мэрия, а прокуратура. Словом, ничего хорошего от отставки Базана ждать не приходится. Вот сказал очень много хороших и красивых слов о Николае Кузьмиче и подумал, может быть, вовремя ушел, вспоминать будем хорошо.